Что вообще столько ментов делает в турецких банях? Я знаю, что это, скорее всего, объяснялось, и я просто в тот раз, когда это объяснялось, уже пригорел. Поэтому я пропустил этот момент, но тем не менее, это как-то странно. Это даже чуть ли не настолько же странно, как тот момент, когда я вдруг оказался в Первой мировой. И Quiet, спасибо за подписку. Я скучаю по Quiet, я скучаю по Metal Gear. Надо признать. Надо отдать должное той игре. Если бы мне не пришлось два раза проходить начало игры, я бы, наверное, может быть, даже подольше поиграл. Или я смотрел на Wissabspot, что думаешь по поводу, что они полностью перешли на шутки про американское общество. Я думаю, что мне больше не интересен этот сериал, потому что когда они хотя бы какие-то мировые вещи затрагивали, это было, ну, любопытнее, потому что мне вообще наплевать, например, на то, что какой-то там американский олимпийский чемпион сменил пол, мне настолько на это плевать, мне даже Google понадобился, чтобы понять вообще, о чем речь, и даже после того, как я узнал, о чем речь, мне это не, ну... Добрый вечер, добрый вечер! Тихо, тихо, тихо! Ганнер. Нет! 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 Нет, молодой человек! Плохой! Плохой ОМОНовец! Классный момент был. Когда он спрыгнул, это действительно было круто. Давай-давай-давай-давай, братан! Помните, как в Терминаторе было? Человеческих жертв нет. Причем там почему-то было 0,0, типа. Это типа, если бы он ноги кому-то отстрелил, то... Хотя ладно. Еще кто-то? Босс вертолет, босс вертолет. Я его не вижу. Это была ракетница? Я ничего не понял. Босс вертолет огнил. Нет, это не. Это не ракетница, это реально. Это реально не то. Я так понимаю, отступаем. Отступаем. Да. Вот чего в играх не люблю, когда один уровень надо пробегать два раза взад и вперед. Это. Ну, это на мой. Это на мой взгляд. Хотя в этой игре зато не надо лампу во второй раз бить. Как бы. Так, вот я не знаю, с чем лучше проходить этот момент из оружия. Наверное, все-таки калаш. Не буду отвлекаться на левый курок. Кто не понимает, стрелять здесь надо с правого и левого курка. Ну, ну вы поняли. Левое оружие. Это левый курок, правое правый. И те, кто не знает, кто, может быть, не понимает с Good Game, почему я так плохо вижу врагов, иногда не могу их разглядеть. Вы смотрите 720, а я играю на 4К мониторе, и из-за этого картинка очень размытая, очень, очень, очень. Прям очень-очень. Из-за этого не все так просто. Тихо. Так-то. Что же он такой живучий? И автоприцеливание здесь я поставил процентов на 20, но она всегда лочится на том месте, где у мужчин, как бы это сказать, чтобы не сматериться. Самое дорогое, что у них есть. Ну, то есть там кошелек, телефон, карманы, короче говоря, вот на штанах. Там вот постоянно вот туда. Заходите, ребят. Ой-ой-ой, как же хорошо-то он стоял. А то со щитом-то... Было бы не так весело, если бы он ждал меня из этой двери. Твою мать, я в щите застрял.
Хватит пищать, это нагнетает. Вот ради этого мне сейчас придется менять способность, чтобы... Да нет, даже это не помогает. Я, блин, застрял в щите, я не могу... Вот, наконец. Ладно, на всякий случай блэкхол поставлю. Буду как Володя по ГГ с блэкхолом наготове. Пищать перестало. Стрим или не игру? Я не знаю, в чем дело. У меня не работает коннект к Твичу. Это, и даже то, что он вообще есть хоть в каком-то виде, это рестрим с Гудгейма. Идите на Гудгейм. Пожалуйста, сейчас, ребят, я настолько устал от нытья. Слушайте, я в название стрима поставлю ссылку на Гудгейм. Потому что, ну, я не знаю, что еще я могу сделать, как бы. Я не знаю, можно ли ставить стрелки, ссылки, поэтому я просто напишу. Стрим не работает, идите на Гудгейм. За нытье в чате по жопе. Нет, уберу. Щит останавливает не только пули. Но... Может, музычку все-таки погромче сделать, а то... Как-то без метола, как без рук. Давайте погромче все-таки. Ну, вот так хотя бы. Здорово, там... Тихо! Называется, отвлекся на секунду. Здорово, там... Мат! Я шел вниз или вверх? Я спускался или поднимался? Я не помню. Нет. Не знаю. Неважно. 314 это, наверное... Я спускался. 314 это, наверное, что-то связанное с... Убийство полицейского, там, типа, код какой-нибудь. Ага, ага, ага. Ну, слушайте, я реально... Я говорил, что магия для слабых, но... У меня нет ни одной идеи, как убивать чуваков со щитами без магии. Я готов взять свои слова назад. Но время блэкхола еще не пришло. Что это? Что это? Нарисовал, тебе понравится. Спасибо огромное, Борис. Я обязательно посмотрю, как будет возможность на паузу уйти. Ладно. Спасибо. Надеюсь, мне понравится. Я люблю, когда мне что-то нравится. Лол. Как это было просто. Единственное, обидно то, что у меня чуть мой глист не улетел за пределы карты. Во второй раз, кстати, в этой игре это бы случилось. Но в первый раз я смог его спасти без сейф-лоуда. Залезай назад, мой хороший. Ты выбрал слишком длинный путь. Давайте возьмем, наверное, эту штуку. Забаррикадировали здесь все. Но случайно армы не будет? Нет, армы сегодня точно не будет. Армы не скоро будет, ребят. Вы не понимаете, лайв-сервер, типа, он хорош только в малых дозах. Просто если я туда зайду сейчас посреди ночи, и там будет кроме меня 4 человека, ничего хорошего не получится. Будут молчаливые стрим-снайперы, которые созерцают тебя, как бы, такие, знаете, одинокими взглядами такими. Как у щеночков они ходят и думают, что это весело. Я не хочу этой херней заниматься. Мы еще сценарий не написали. Doom в среду. Вот единственное то, что я могу сказать, что меня отвлечет. Завтра я попробую пройти первый Fallout полностью, а в среду попробуем Doom с кексом, Wheel of Games и, возможно, томатом, либо вместо томата возьмем кого-нибудь другого, если найдем кого-нибудь популярнее томата. Стрелять по ногам, возможно. Мне это напоминает Rainbow Six Vegas. Ой, тьфу, не Vegas, а этот. Как он назывался, который мы гамзали, который был в открытом... В открытой бете? Как он? Блин. Сидж. Нет.
Я не буду юзать Black Hole. Да что ж такое-то? Я понимаю, что там свет, но ты уже дополз. Вот, вот. Кто-нибудь понимает, что происходит на экране? Ну, главное, что прошли этот момент. Остальное не так принципиально. Главное еще, что чтобы финальным боссом, точнее, не финальным, а боссом этой локации все-таки не оказался вертолет, чтобы тот мужик, мент, вылез из него, потому что иначе будет совсем не весело. На Нейт Эйт. Спасибо за подписку, брат. Спасибо. Я пока склоняюсь либо к... You guys will get quickly delivered to the briefcase butcher. Окей. Короче, что я планировал там? CSGO с подписчиками, либо Overwatch. Такое. Посмотрим. Не особо интересный стрим, но нет смысла делать интересный стрим, который не работает. Я попробую завтра, я весь день потрачу на решение этой проблемы. Я позвоню провайдеру, напишу в поддержку Твича. Но я написал, что начало 21.45. Я 30 минут не мог ничего сделать с запуском на Твиче, поэтому... Есть вообще хоть один человек, у которого на Твиче стрим работает, не лагает, не падает и все хорошо? В чате есть такой? Помню классный стрим по третьему Doom, где механический жук не хотел из комнаты уходить. Он и здесь не захочет, скорее всего, но мы уже знаем про этот момент. Это был отстойный стрим, потому что мы играли с умственно отсталыми, типа Хесуса ВГН, который не понимает, что такое хорошая игра. И, нужны люди, которые, наоборот, хотят запотеть и пройти действительно сложную, интересную игру вместе. Doom 3 это такое. Есть? Окей. Так это же хорошо. Окей, дружище, я не буду стрелять. По-моему, от снова переговора ОМОНа, так что несмотря на то, что... Ну, свата. Несмотря на то, что у нас закончила играть метал-музыка, я думаю, что перестрелка еще далеко не кончена. Здесь можно было не выбивать. Больше так не делай, мужик. Ты кто? What the hell did you bring all these cops around here for? This place was fine till you came here. Он еще и говнит. Типа, нафига ты сюда копов притащил? Да я ухожу, мне что ли самому здесь нравится, по-твоему? Пукан Про, господи. Ну тебе 12 лет, зачем ты взял такой никнейм? Спасибо за подписку, тем не менее. Не, ну здесь невозможно было выжить, это просто жесть какая-то. Вот здесь, возможно, Black Hole пригодится, но вы видели, они поставили заграждение, которое светит. Хоть автосейв смилостивился. Или что это такое? Мне показалось, что там прожекторы. Они поняли мою слабость. Они поняли ее. Потребовалось всего 7 часов. Эти копы даже тупее наших. Как я ее не заметил, а? Это типичная. Типичный для меня момент. Блин, а? Но это не фир, конечно. Тихо-тихо-тихо, вы чего? Вот и метол заиграл. Не фир, конечно, тут совсем скриптовые враги, и они сидят за укрытиями, но, блин. Иногда они себя даже нормально ведут. Например, вот этот выходить не хочет, какой-нибудь...